Мое большое сомбреро. Всем привет, дорогие друзья. Итак, у нас главный вопрос. Может ли сайлентблок, который поменен на рычаге, за 10 тысяч километров провернуть по внутренней обойме? Как вы думаете? Правильно. Правильный ответ – может. Итак, XC90, 13 год. На пробеге 115 тысяч километров приехал к нам после покупки. Соответственно, были трещины на сайлентблоках передних рычагов, на передних и на задних. Поставлены сайлентблоки небезызвестной фирмы, не буду их называть, потому что и так много кто знает эту фирму. В общем, машина проехала 8 тысяч километров, и владелец этого чудесного автомобиля ездит так же, как и я. То есть, ну, есть автомобиль, есть дорога, надо ехать вот туда, и машина едет туда. Соответственно, конечно, идет большая нагрузка, очень на подвеску, и сайлентблоки в данном случае у нас не выдерживают и проворачиваются по внутренней части. Спереди начинаются стуки, как сказать, еще биение в руль и тому подобное. Машина приезжает к нам, мы это видим, конечно же, удивляемся, такого очень редко можно встретить. Я набираю производителей, у кого мы покупаем эти сайлентблоки, сказали, да, есть такая херня. Именно у партии вот сайлентблоков и передних и задних на XC90, именно у определенной партии было поставлено. Но это, как пошли только такие замечания, мы сняли всю партию. Ну, видимо, ты просто один из первых, кто купил и нарвался на это. Поэтому сайлентблоки поменены на другую фирму, соответственно, для владельца все это бесплатно, он доплатит лишь за разницу стоимости в сайлентблоках. А сама работа и сайлентблоки, все смазки, это все, конечно же, бесплатно за наш счет, ну, потому что гарантия, есть гарантия, мы ставим запчасти, мы несем за это ответственность. В данный момент уже все поставлено, в данный момент все собирается, после этого сейчас будем выполнять тест-драйв, ну и посмотрим, сколько сайлентблоки другой фирмы проходят, пройдут ли они больше 8 тысяч километров. Или будем дальше искать варианты решения проблемы.